Так, добрый день, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня 30 апреля, предпоследний день уразы. И я нахожусь в гостях у Майрамбека Калиева. Это город Шымкент, поселок Аксу. Аксукент, правильно. И шикарное поголовье альпийских коз. Ну, по крайней мере, это моя оценка. Я еще дилетант, но я такого еще не видел. Потому что я недавно начал. Вот такие вот девочки, матки. Посмотрите. Здесь несколько направлений. Практически все взято у него в России. Все куплено, правильно? Вот такая вот, посмотрите, какая красавица. Это чистая Альпия. Так, давайте я вам познакомлю с самим Майрамбеком Калиевым. Майрамбек, ассалам алейкум. Да, и за хозяйством смотрит его отец. Сатыбай. Сатыбай ага. Сатыбай ага, ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Оразасыз ба? Вот. Так, здесь получается, Майрамбек, айтып беріңізші, мына қайжақтан, қайсы қайжақтан келген, қай линия? Маркеловский линия бар. Маркеловский қайсы? Маркеловский линиялардан, мыналардың шешелері Маркеловский линия. Шешелері. Иә, мына текеміз Маркеловский линиядан. Теке де Маркеловский. Сонда қай жақтан келген мына теке? Несі? Омскіден келген ғой. Негізі Маркелова өзі неден ғой? Ага. Маркелова өзі Саратовский облыстан ғой. А мына по всему России тақаған ғой. А. Бізге мына Омскіден келген. Та анықтан шығарайық мына ешкілер шығарайық. Иә, иә. Адап шығасыз ба? Ну, вот это, в общем, красавица. Так, ну, насколько вы поняли, линия идет, одна из веток его селекции, это Маркелова, Россия. Далее. Так, кімнің қандары бар? Елена Гамбург. Елена Гамбург, оказывается. Ну, по крайней мере, так говорит. Чистопородная Адга. Как по расцветке, канды? Был серна, дева талат. Серна, ага. Так, и в чем особенность именно селекции Майрамбека? В том, что он не мешает ни с нубийцами, ни с танзанами, ни с кем. Он держит альпи в чистоте. Вот его такая. Сейчас многие для получения вкуса молока, лучше более вкусного молока, добавляют нубиев. В данном случае вот наш заводчик Шымкента, Майрамбек, он в чистом виде альпи. То есть кому альпи нужны в чистом виде, можете вот именно к этому парню обращаться. Мы не записывая все его хозяйство, потому что скоро он закончит новый хозпостройки, и там уже будем снимать. Вот эта вот альпийка очень крупная, оказывается. Вот на казахтан киге мына мой мой өзім келеді. А так қандар, қандай қандары бар? Қандар Маркелова бар, сүйермік не бар. Мерсянова. Мерсянова, ну, может быть, он чуть-чуть фамилия-то путает, но так вот, все линии у него российские, все оттуда вот начаты. А сейчас мы покажем этих, этого года, еще девочек, мальчиков, приплод этого года. Здесь очень много вопросов можно было бы задать, но я не задаю, потому что только начинаются репортажи, и в это хозяйство мы еще приедем. Так, қанша жыл болды осын бастаған селекция? Мен 6 жыл ғой. Селекция 6 жыл. 6 жыл. Тек қана альпи. Альпи. Только альпи 6 лет у него. Ага. Вот сейчас козел открыто стоит. Вот такой козел. Бұның расцветкасы не деп айтылады? Сангоу. Сангоу. Ана теке. Ана теке, ана таяған. Ага. Это детский сад. Так, вот здесь есть бурые, сангоу. Я уже несколько цветов знаю, выучил. Вот он сангоу идет, вот она сангоу. Так, это альпийские. Вот смотрим, изучаем. Канал вообще создан для чего? Я сам изучаю. И параллельно вместе со мной изучают другие интересующие эти породы.
Здесь в его хозяйстве очень большую помощь делает его отец. Сам Майрамбек, он чиновник, госслужащий, он работает на границе. И его отец смотрит за всем вот этим хозяйством. Вот такое потомство. Так, примерно, Ханшатрад осын дай мне. Вах, нелеп. Вахта 200 мн. 200 мн ургашылар, я? 200 мн тенге. Бір жылда қанша, екі рет туады ма? Бір рет туады. Бір рет нешеу туады примерно? Екеуден, үшеуден. Екеуден, үшеуден. Мхм. На, ол ұрғашы 200 мың, а еркегі са? Еркектері 100 мыңнан басталады. Еркектері 100 мыңнан. Аха. Документ берілер, берілесі? Справка о происхождении берілер. А происхождении, я ее. Так, номер зачем? WhatsApp. WhatsApp. 8777. Тоқтаңыз. 8777. 8777. 919. 919. 63. 63. 84. 84. Майрамбек Калиев. Город Чимкент, Аксукент. Заводчик альпийских коз. Вот такие вот красотки. Вот такой детский сад тут существует. Но я думаю, ближе к осени у него будет уже новый хозяин, этот сарай. Снимем оттуда еще раз. Так, смотрим, изучаем фенотип, формы. Как стоят ушки, как стоит голова. То есть будет порядка, я так думаю, 30-40 репортажей обучающихся, где специалисты будут еще рассказывать, как, что должно быть. По фенотипу, потом будет и уход, лечение, там все прочее.